Здравствуйте, добро пожаловать на канал Safe и Life. Пожилая пара возвращалась на машине домой, вдруг дорогу им преградило то, о чем они и не могли подумать. На дороге, прижавшись друг к другу, лежали маленькие щенки. Некоторые беспорядочно бегали вокруг. Малыши явно замерзли и были совсем крошечные, так как жались друг к другу. Скорее всего, их видели и другие люди, так как они тут явно пролежали всю ночь, они были мокрые от дождя, который ночью и шел никто не остановился помочь малышам. Когда мужчина вышел из машины, чтобы получше рассмотреть живую преграду на дороге, он был в шоке. Всего он насчитал 20 маленьких щенков, им было не более одного месяца. Кто мог вот так бессердечно выбросить малышей, да еще и на дорогу. Малышей нельзя было бросать на произвол судьбы, ведь их могла сбить любая машина. Они решили взять малышей временно к себе, а потом уже решить, что делать дальше. Семейная пара достала из машины, большую голубую тряпку и завернула в нее всех щенков, так и оказалось, там было ровно 20 щенков. Они отнесли их в багажник машины и отвезли домой. Разумеется, они не могли оставить их у себя дома, это непосильная ноша для бедных людей. Они разместили сообщение в сети и рассказали свою необычную историю. Сообщение набрало много просмотров. К ним даже приехал ветеринар, чтобы осмотреть всех щенков. На удивление, они все были здоровы. После осмотра мужчина с женщиной написали, что любой желающий может приехать и забрать щенка. Вы не поверите, но сотни людей откликнулись на просьбу. Многие писали, что готовы забрать даже двух. Через два дня всем малышам удалось найти новый дом. Все обрели теплые дома и заботливых хозяев. Только представьте, что было бы, если бы эта пара просто проехала мимо и не остановилась. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.